Насколько реальна нормализация отношений с Турцией в ближайшее время? Отказалась ли на самом деле Турция от своих планов по Зангезурскому коридору через территорию Армении? Можно ли считать, что процесс международного признания геноцида армян закрыт для нынешних властей? На эти и другие вопросы ответил советник директора Института Востоковедения Армении, академик, тюрколог Рубен Сафрастян. По вашему мнению, насколько реальна нормализация армяно-турецких отношений в ближайшее время? Согласно позиции Анкары, нормализация армяно-турецких отношений связана с армяно-азербайджанским мирным процессом. Если будет подписан договор с Азербайджаном, то по всей видимости со стороны Анкары последуют какие-то шаги по нормализации. Но не думаю, чтобы она пошла на полную нормализацию отношений на открытие границ. По всей видимости, со стороны Анкары будут реализованы те договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров с Рубеном Рубиняном, спецпредставителем Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений. А полная нормализация отношений Армении и Турции. Я думаю, это более дальняя перспектива, даже если будет подписан договор с Азербайджаном. В таком случае, что еще будет требовать Турция от Армении, чтобы пойти на полную нормализацию отношений в случае подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, следующая цель – это так называемый Зангезурский коридор. И Турция уже будет оказывать давление на Армению для того, чтобы добиться от нее предоставления так называемого Зангезурского коридора. Мы видели заявление турецкой и азербайджанской сторон, что с учетом отказа Армении они уже строят коммуникации между Нахиджованом и Азербайджаном через Иран. Вы считаете, что все равно Анкара и Баку не отказались от планов открыть Зангезурский коридор через Сюник через территорию Армении? Да я думаю, не отказались. Я думаю, для Анкары в первую очередь, для Анкары, конечно, важно, чтобы эта дорога проходила через Армению, а не через Иран. Потому что Иран все-таки геополитический соперник Турции, и ей, конечно, не хочется, чтобы ее такая важная стратегическая железная дорога проходила по территории Ирана, который может таким образом оказывать влияние. Во-вторых, если уж говорить о чистой экономической стороне дела, то все-таки строительство дороги, железной дороги по территории Ирана обойдется дороже. Это раз. А во-вторых, с другой стороны, то, что сейчас происходит реконструкция мостов, планы по строительству автомобильной дороги, это ближняя перспектива. На это отводится год. В течение года эта дорога должна быть готова. Это, так сказать, временное решение. А стратегическое решение связано с постройкой железной дороги через Сюник, и с тем, чтобы Турция и Азербайджан получили экстерриториальное право для того, чтобы осуществлять перевозки по этой железной дороге. Тут, конечно, надо учитывать и то обстоятельство, что часть железной дороги, которая связывала бы Турцию с Нахиджованом, она еще не построена. Хотя уже сколько лет идут разговоры об этом, турки никак не могут начать строительство этой дороги. Я думаю, тут играет роль экономический фактор. Поэтому примерно полтора-два месяца назад было подписано соглашение с Азербайджаном о том, чтобы совместно построить эту дорогу Игдар на Хидживан. И думаю, турки будут стараться использовать финансовые возможности Азербайджана для постройки этой дороги. Но это, конечно, займет года два-три, так что я думаю, план у них такой. Как можно быстрее построить и сдать в эксплуатацию автомобильную дорогу через Иран. Это такая временная мера. А более стратегическое решение всего этого вопроса это, конечно, железная дорога, которая связала бы Турцию на Хидживан через Сюник с основной частью Азербайджана. Это стратегическая цель Турции. Она связана и с реализацией пантюркистских планов. И я думаю, это все-таки часть более крупного стратегического плана Турции. Почему? Потому что, если будет осуществляться связь Турции через Азербайджан с Центральноазиатскими тюркскими республиками, это придаст больше веса самой Турции в геополитическом смысле на мировой арене. А именно к этому и стремится Эрдоган. Его амбициозная политика направлена на то, чтобы добиться большего влияния Турции в общемировом масштабе. Так что, все это связано с такими крупными стратегическими планами и целями Эрдогана. Я думаю, они будут стараться реализовать вот эту цель. Можно ли считать, что процесс международного признания геноцида армян закрыт, учитывая, что сейчас армянские власти взяли курс на нормализацию отношений с Турцией? Я думаю, нет. Потому что, если так серьезно по факту подходить, процесс признания геноцида все-таки был на плечах армянских общин. Большей частью положительные результаты, которые были достигнуты, то есть когда страны признавали и осуждали геноцид армян, были связаны с активностью местных армянских общин. Все-таки политика республики Армения за эти годы играла подчиненную роль. Так что я думаю, этот процесс будет продолжен, и армянские общины там, где это возможно, будут проявлять активность и будут стремиться к тому же, чтобы страны, в которых они находятся, если еще не признали, сделали бы это и осудили геноцид армян 1915 года.